43. Короткие. Тебе сколько? 47. Да, только 48. О, курочка! Дедушка. Фильм «Билет на Вегас». Режиссер Гор Геракасян. Вы космонавтик останется без спутников. В Европе сейчас я лежу на брата. Фильм «Дорога домой». Режиссер Асказ Пузырь Нарымедов. Интересно, ты шутишь? Жизнь удалась. Педала, парень, не спать. Фильм «Притворись моим парнем». Режиссер Давид Моро. Я вот это же меня тяжелая. Фильм «Мужчина с гарантией». Режиссер Артем Аксенин. Он убьет. Я вообще не убью. Фильм «12 месяцев». Режиссер Александр Паршак. Привет, привет. Это очень хорошая идея. А ты себе в зеркало видел? Чего? Фильм «Домоправитель». Режиссер Роман Барабаш. А много все предыдущей жизни «Семья». Режиссер Дмитрий Сорокин. Сколько вы друг друга добивались? Месяц. Фильм «Я буду рядом». Режиссер Павел Руминов. Три по истории, два по биологии. Фильм «Лето. Одноклассники. Любовь». Режиссер Лиза Азуэс. Вы, папа, сечок внутри. Смени лицо. Фильм «Майор». Режиссер Юрий Быков. Никого не послушайте, не давай, на отказ давить. Я вообще так не верю никому. Что за шпана? Это шпана. Фильм «Лишний». Режиссер Александр Кондратенко. Где ты взял эту дурацкую шапку? Фильм «Деточки». Режиссер Дмитрий Астрахан. «Моя главная роль в жизни». Режиссер Мария Ефремова. Стоп. 8 тысяч приемов. Фильм «Чистая победа». Режиссер Георгий Шенгелия. Все. Иди. Ты готов. У нас новая чистка. Фильм «Лед». Режиссер Павел Дроздов. Если завтра сыграете так же, пусть подыскивают вам новые команды. Номинация «Лучший фильм для детей». Фильм «Частное пионерское». Режиссер Александр Карапиловский. Частное дело. Да. Частное. Пионерское. Откуда у меня это? «Тайлес. Рубиновая книга». Режиссер Феликс Фукштайн. Готовы, если это ты. «Книга легенд». Режиссер Афат Ибраев. «Анши Пала». Режиссер Ерлан Нурмухамбетов. Пегас Елубаев. Папа, звоним в школу. Фильм «Первоклашки». Режиссер Анна Ардамонова. И я скажу, кто ты. Нужна заморозка. Очень хорошо мороженое помогает. Номинация «Лучший молодежный проект». Фильм «На следующий день». Режиссер Виктор Сидоров. Фильм «Генеральная репетиция». Режиссер Елена Труд. Фильм «Стены». Режиссер Елена Курпатова.
Фильм «Кое-что о Пёкине», режиссер Елена Кузнецова. Фильм «Лоб», режиссер Вероника Купкина. Фильм «Белая лошадь», режиссер Сергей Соловьев. Фильм «Вам письмо», режиссер Елена Леликова. Фильм «F5», режиссер Тимофей Жалнин. «Волчья любовь», режиссер Виталий Макрушин. Фильм «Обломов», режиссер Олеся Немировская. Номинация «Лучший мультфильм». «Возвращение Буратино», режиссер Екатерина Михайлова. «Три богатыря на дальних берегах», режиссер Константин Феоктистов. Такое началось. Итак, взять его. «Снежная королева», режиссер Максим Свешников и Владлен Барбе. Я не собака. «Эрнест и Селестина. Приключения мышки и медведя», режиссеры Стефани Обье, Венсент Потар и Бенджамин Рене.